Сегодня у нас распаковка, 6 посылок. Ну, там плюс еще есть старые, которые я не выкладывал. Не то, что старые, там, может, несколько месяцев, месяц назад снимал, но не выкладывал поодиночке. Потому что это не мой контент. Это распаковывать, как обычно, с маленьких. И зайдите там по ссылке, EPN-сервис. Если что-то заказываете, обязательно через этот сервис. Потому что там реально дают скидки. Скидки возвращают небольшой процент от покупки. Начну с маленькой. Тут частично мне дети что-то заказывали. Свои лего. Поэтому тут не все мое. Я давно не заказывал. Ага, вот. Черепушки лего-человечков с разными эмоциями. Ну, это для мультфильмов, когда снимают, и надо поменять эмоцию у персонажа. То можно просто поменять голову. Так, дальше это. На этом останавливаться особо не буду. Что у нас тут? Скорее всего, подозреваю, что то же самое. То же самое. А нет. Это я им провода заказывал, чтобы плеер подключать к колонке. Ну, по качеству они ничего не пахнут, качество очень, мне кажется, хорошее. Ссылка будет в описании. И на человечков. Как всегда, через VPN сервис заходите, если будете что-то покупать. Это пластырь согревающий, когда болят суставы, еще что-нибудь такое. Да. Ты распаковал. Тут в одной упаковке довольно много их. Пахнет вот звездочкой. Так что мне кажется, оно будет действенное. Не знаю, как им пользоваться. А, вот. Допустим, я отделил. Приклеил себе на коленку. У меня сейчас коленка болит после поездок. Так, сейчас скажу эффект немножко. Немного как картишник, да, согревание пошло. Работает действительно, стоит оно недорого. Ну, переходим к большим посылкам относительно. И тут, как у нас всегда, солдатики из лего. А, это рыцари. Это у меня Запаев заказывал рыцарей. Обзор вот этих вот человечков будет на их канале. Пока их нет, может быть, даже я их и соберу. Да. Соберу и покажу. Не буду я зацикливаться, но судя по внешнему виду, он довольно-таки неплохой. Тут вот меч есть. Ну, в принципе, они практически одинаковые там с мечами. Ладно, не буду. На их канале мы разберем. Уже если не будет контента, то я уже сам сделаю обзор уже. Соберу этих человечков, покажу, что какое качество, ссылку дам на них. Все равно дам на них ссылку, потому что долго искали именно такой набор, чтобы с рыцарями, хоть с мультимиссией, что за тряпочка. Я такой заказывал? Точно я. А, это матрас надувной, одноместный, для палатки, которая у меня, одноместная палатка есть, довольно легкий, и маленький по габаритам. Тут что тут, пятитайки, то посмотрим, все пробую. Ага, два соска здесь. Ну, давать не буду, в принципе, тут так видно, что материал-то обычный целлофан, не особо он и прочный, поэтому
сразу порекомендую под него что-нибудь стелить. Если попадется сучок или еще что-нибудь, то он сразу лопнет. Не лопнет, а подряет. Надувается легко. Сам по себе он довольно легкий. Здесь на картинке она женщина валяется просто на траве. Я не рекомендую. На траве валяться. Вот здесь в этой коробочке фотоловушка. Я обзор не буду делать. Не буду показывать, как она работает. Просто распакую и покажу, что там находится. Заказывал на Алиэкспрессе. Ссылочку дам в описании. Кстати, при заказе вот этой штучки лучше пользуйтесь расширением Алитун. Потому что они цену то добавляют, то снижают. Я как раз взял по самой максимальной, по самой минимальной цене. Плюс еще EPM сервис. Там несколько долларов мне вернули. Так, запаковано очень хорошо. Коробка жесткая. Тут еще поролон. И находится в коробке Digital Trail камера. По отзывам вещь очень хорошая. Пахнет она чем-то не очень приятно, но чайский воздух, как его называют. Тут что мы имеем? Инструкции на английском языке. Но я думаю, понятно, здесь все в картинках. Я не буду на этом останавливаться. Так, сам прибор. Ого, такой довольно объемный. Вот такая штуковина. Что тут во все стороны? Ну, он на 120 градусов снимает. А, вот. Место для батареек. Так, распаковываем. Опять же обзор. Я пытаюсь, может, на этих выходных, может, на следующих поставить в лесу. Ну и посмотреть, что он там снимет. Интересно. А что здесь? Ага, вот аккумуляторы. Тут 6. Да, 6. Пальчиков батареек или аккумуляторов, что хотите. Я вряд ли найду столько с аккумуляторов себе. Поэтому я, скорее всего, куплю недорогие батарейки, так как у него ресурс очень хороший, имею в виду потребление надолго хватает. Вот. Включать, ну, в принципе, сейчас его не включу без батареек. А, еще в комплекте что у нас? Не такой, но весистый. В принципе, я думал, что он будет не такой толстый. Это к лесу его заметят. Ладно, посмотрим. Так, что у нас в наборе? Так, следите за видео. Скоро, я думаю, появится обзор этой штуковины. И результат его. USB зарядник. Ну и крепежи. Это точнее один крепеж. Либо его обматываешь вокруг дерева. Или камня. Ну, камушка куда там. Вот такая. Как я говорил уже в одном из видео. В этом году у меня неудачный год. По лесу. Мне придется дома сидеть без ночевок. Ну, я надеюсь, в августе я пойду с ночевкой. Как раз у меня появится дрон, я смогу поснимать окрестности. Тут вот даже моделька у нее не нойная, как обычно. Но по отзывам она довольно неплохая. Это фотоловушка. Ну все, на этом. А сейчас я, если я найду видео, которое до этого снимал, я их тоже сюда присоединю к этому файлу, к этому видео. Ссылки все будут в описании, также на EPN сервис обязательно заходите. Там регистрируйтесь, и вас будет возвращать небольшие, но деньги.
вернете, особенно если сейчас вы заказываете с Алиэкспресса. Там очень много магазинов. Даже Евросеть есть. Тоже в Евросети что-то заказывал. Тоже получил небольшой возврат. Да, 20 градусов. Водозащитный. IP65. Не очень, конечно. Ну ладно. Тут можно снимать и видео, и фотографировать. На русском здесь, к сожалению, ничего нет. Английский, французский. Вот такая. Такая мне. Плачковочка сегодня. Ну, такая посылочка. Весила она 57 грамм. Хотя, мне кажется, она немного больше. Не помню, что здесь. Давно не заказывал. Был несколько заказов. Ну да. Маски такие. Заказывал, кажется, на Жуми. Не помню, все куда в описании. Сейчас модно маски носить. Я решил где-то там такие вот заказать. На голову надеваем. А, вот так вот это выглядит красиво. Подними голову вот. О, теперь опусти. Красота. Ссылка будет в описании на это. Ну, в принципе, она. Опишу. Она. Ну, небольшой запах присутствует, но такой не критичный. Еще запах, картинка черно-белая. Такой вот.